Друзья мои, чего вы ожидаете от поездки в Грузию? Скорее всего, насладиться великолепной природой, пообщаться с гостеприимными, добрыми людьми, конечно же, попробовать восхитительную грузинскую кухню. И куда ж без этого, забрать с собой пару литров грузинского вина и незабываемые впечатления. А еще вы увезете из Грузии пару лишних килограмм, и поверьте, я знаю, о чем говорю. И в этом видео я вам покажу, почему сопротивляться бесполезно. Поехали! Сначала попробую просто. Ой-ой-ой-ой, как пожарено. Бессовестные, что творят-то? Вот это шикардосный хинкали. Огонь.